Всем доброе утро. Сегодня 27 июня. Мой первый день пилигримки. Сейчас 7:30 утра. Уже успел приехать из Молодечного в Радашковичи. Собрать вещи. Подготовиться. Взять с собой барабан, рюкзак. И отправиться в путешествие. Присоединюсь к пилигримке Баранович Буслов, который идет сейчас из Ракова в Радашковичи. Черновичцы, это 13 километров от Брянска. У нас тоже есть, кстати, своя Матка Божия Черновичская и очень старый костел с 16-15. Вообще у нас пилигримок уже на счету много. Густав, идем первый раз. Я второй раз иду. Жена второй раз. И вообще у нас произошла там встреча в 2001 году. Когда я шла первый раз в Густав, после 9 класса, вот я встретила будущего супруга там. Да, и с тех пор мы практикуем хождение, значит, в Лагишин мы ходили сколько много раз, а Буслов, как правило, доезжали в силу учебы, работы. И вот сейчас первый раз идем уже полным составом. С семьей. Очень рады и получаем много ласки Божьей. Пилигримка для нас это прежде всего проведение время с Богом, с друг другом, с семьей. И, конечно же, результат – это Матка Божия, это Буслов, это словами это не передать. Это вера, которая передается просто от поколения к поколению. И то, что мы хотим нашим детям передать, что нам родители передали. И сам Буслов – это для нас место святое. И, ну, как бы очень важно, тем более, что в нашей жизни это место сыграло, ну, большую роль, что мы друг друга встретили там. А для чего вы идете в Буслов? Я иду поблагодарить Матку Божию за своего супруга, за прекрасных детей, которые мы создали вот в семье. Ну, вообще Матка Божия нас, да, и Бог вел все это время, можно сказать, это у нас пилигримка благодарности. 2001 года мы как познакомились, и у нас все происходило, ну, с Божьей помощью какой-то, то есть мы познакомились, выучились. Дом построили, дал Бог нам двоих детей прекрасных, еще ждем, надеемся. То есть я считаю, что, как это говорят в этом мире, жизнь удалась, а мы говорим, жизнь удалась вместе с Богом, с Матерью Божьей, с благословением. То есть мы это все время как бы были вот постоянно при Матери Божьей, чувствовали на себе ее руку.